Давайте попробуем. Смотрите, какой все мягенько. Видите, какой сочный. Очень вкусный. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим леща в сметане. Очень вкусное блюдо. Вот у меня лещ. Леща почистила, помыла, выпотрошила, все вымыла. Можете голову я обрезала, вы можете голову оставить, только вынуть жабры из головы. Далее, что нам нужно? Сделаем на нем несколько так вот надрезиков. Посолить, поперчить со всех сторон. И внутри тоже. Так. Я никакие специи больше не добавляю, чтобы вкус рыбы не забивать. Вы смотрите, если любите, то можете добавить. Дальше 30 миллилитров масла растительного. Дальше сметана, 20% жирности у меня. Ложку столовую кладу внутрь, там распределяю всю эту сметанку. Дальше внутрь кладу репчатый лук. Я его порезала полукольцами, фарширую. И укроп. Так, закладываем. Закладываем. Все. Чудесно. И теперь будем обмазывать его сметаной. Ой. Со всех сторон. С обеих сторон. Называется он у нас в сметане, поэтому весь будет в сметане. Все обмазываю. И духовка у меня уже разогревается. 180 градусов. Ставлю в духовку на 30 минут. Потом увидимся. В итоге 45 минут он готовился у меня при 180 градусах, но вы смотрите по своей духовке. Получается он по этому рецепту очень вкусный, очень сочный, таким сливочным вкусом. Поэтому если вы думаете, как приготовить вам рыбу, вот этот вот отличный вариант будет для ужина или для обеда. Очень доступный, доступны продукты. Получается очень вкусно. Всем, кому понравился мой рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам желаю всем приятного аппетита и всего-всего самого доброго. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.